В Актау молодежь соревновалась в национальных играх. На сцене амфитеатра показать свою силу и выносливость собрались больше 120 человек. Победители получили не только кубки и грамоты, но и денежное вознаграждение. Представители молодежного ресурсного центра Мангыстауской области откликнулись на пожелания в социальных сетях и провели масштабные спортивные игры. Амфитеатр на берегу Каспия собрал 5 команд из 5 микрорайонов Актау. Мы представляем 28-й микрорайон. Я участвую в состязаниях по гиревому спорту. Соперники подготовленные, опытные. Я надеюсь, что сила будет на моей стороне. Национальные спортивные мероприятия организованы на высшем уровне. Соревнования по национальным спортивным играм организовали совместно с Федерацией дзюдо и единоборств Мангыстауской области. Возраст участников ограничили от 18 лет до 35 лет, а число участников в команде не менее 16. На состязательные площадки вышли не только молодые люди, которые увлекаются определенным видом спорта, но и новички. Ранее по инициативе ребят из микрорайонов прошли конкурсы национальных игр. Но размах был невелик. Сегодня эти игры проходят в масштабе. Организовывая подобные соревнования, мы хотим содействовать эффективному досугу молодежи региона. В то же время преследуем цель модернизировать национальные игры согласно веяниям времени. А также здесь очень важна пропаганда здорового образа жизни. Золото в нелегкой борьбе и приз в 250 тысяч тенге достались команде 26-го микрорайона. Серебро присудили ребятам из 29-го микрорайона. Они забрали с собой 150 тысяч. Тройку лидеров замкнули активные жители 8-го микрорайона. Их приз составил 100 тысяч тенге. Видя большой интерес населения к мероприятию, организаторы хотят продолжить проект, но теперь уже в сельской местности. Тамара Степанова, Саламат Бикбаев, Актау, Хабар 24.